Всем привет! И вы смотрите «Афишу» на городском телеканале ЮТВ, которую для вас проведу я, Екатерина Цорина. Как всегда, поговорим сегодня о том, чем же заняться в Оренбурге на предстоящей неделе. 6 марта откроется выставка художника-граффитиста Димы Сумбаева. Событие пройдет в 7 часов вечера по адресу Цвилинга, 17. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Совсем скоро наступит главный женский праздник – 8 марта. И, конечно же, в преддверии него были подготовлены много мероприятий именно для женщин. Одно из них – это шоу «Под дождем». Будьте осторожны, возрастное ограничение 18+. Пройдет оно в 7 часов вечера в ДК «Россия». Вход от 1200 рублей. 3 марта благодаря проекту «Арт-лектории в кино» оренбуржцы смогут увидеть на экранах кинотеатра «Синема 5» фильм «Я». Клод Мане. Картина будет показана в 7 часов вечера. Билеты от 300 рублей. И перейдем к нашей рубрике «Кино». Начнем, пожалуй, с киноновинки «Рея и последний дракон». Это анимационный проект от студии Disney. История рассказывает об отважной девушке Рее и ее верном спутнике Тук-Туке. Вместе они должны сразиться с могущественным врагом и, конечно же, победить его. Как рассказали создатели мультфильма, работа над ним велась во время пандемии. Соответственно, съемочной группе приходилось прибегать к некоторым хитростям. Так, например, актриса, которая озвучивала Рею, призналась, что записывала голос дома, соорудив такую импровизированную студию из одеял. В любом случае, несмотря на все трудности, мультфильм выходит на экраны Оренбурга, и его можно будет увидеть уже 4 марта. С самого детства я готовилась стать хранительницей драконьего камня. Но мир изменился. Людей разделила вражда. И теперь, чтобы всех примирить, я должна найти последнего дракона. Многие слышали имя Пьера Кардена. Ты можешь абсолютно не разбираться в моде и стиле, но хотя бы раз сталкивался с упоминанием этого человека. И неспроста, ведь это настоящая легенда. Именно ему посвящен фильм «Дом Пьера Кардена». Это документальная лента, которая рассказывает о жизни знаменитого модельера. Фильм изобилует известными личностями – Наоми Кэмпбелл, Шерон Стоун и многие-многие другие. Если ты ищешь вдохновение и обожаешь истории успешных людей, этот фильм обязателен к просмотру. Мое любимое занятие – работа. Давай. Пьер Карден. Модельер. Великий кутюрье. Он хотел охватить как можно больше людей. Весь мир, почему нет? Он первым побывал в Индии. В Японии, в России. Он даже устроил показ мод на Великой китайской стене. Знаете, это человек с тотальным, глобальным, имперским видением. Венеция. Я из Венеции. Я там родился. Но именно Франция дала мне возможность реализоваться. Он император. Настоящий император. В душе я молод. На этом у меня все. С вами была я, Екатерина Цорина. Смотрите только интересное кино, слушайте только хорошую музыку, а главное, побольше времени проводите с семьей и друзьями. Пока!